замок заново, в котором будут новые правила. Никаких секретов и обманов. Все будет так, как и должно быть. Все так и будет. Позволь мне кое-что тебе показать. Эльза уже достаточно взрослая, чтобы самой контролировать свою силу. Мы больше не можем держать ее в заперти. Пора перестать беспокоиться за Анну и рассказать правду. Нет, не Анна беспокоит меня. Я переживаю за Эльзу. Что если она не сможет контролировать свои способности во время радости, как и страха? Но если кто-нибудь сможет помочь ей в этом, и это Анна. Может, ты и права. Нет ничего такого, с чем бы она не справилась. Любовь может спасти целый мир. К счастью для всего мира. Хорошо. Расскажем ей, когда мы вернемся. Спасибо. Большое спасибо. Они верили в тебя. Так же, как и верю я. Ты не вернешься домой? Ахтахалан изменила меня. Я не знаю, нуждаются ли во мне духи леса сейчас, но я хочу быть там, где они. Ты нашла свое место. Это хорошо. Я буду в порядке, потому что я наконец нашла свое. Что бы я без тебя делала? Rebuild the castle. New. No secrets. No deceit. New rules, even. All is as it should be. Well, almost as it should be. I want to show you something. Darling, I've been thinking. It might be time to tell Anna about Elsa. I can't bear keeping her shut out anymore. She's maturing now. She can be responsible. It's not Anna I'm worried about. What if we let them get close again and the feelings are too much for Elsa? Joy brings her powers out as strongly as fear. But if anyone can find a way to help her, it's Anna. You may be right about that. There's not much that girl can't do. Her love could hold up the world. Lucky for the world. Okay. We'll tell her when we return. Thank you so much for that. They believed in you, Anna. And so do I. You're not coming home, are you? Altahallan changed me. I don't know how the forest and the spirits need me now, but I want to be there when they do. You found your place. That's good. I'll be okay, because I think I finally understand mine.